Каждая женщина мечтает о ребенке, ведь как в жизни, так и в организме сразу начинаются приятные перемены. Однозначно, каждая женщина мечтает окунуться в этот прекрасный мир с головой. Но кроме того, необходимо знать все самое главное, так как каждой женщине не дано знать все и сразу. Поэтому, если вы только первый раз рожаете или просто не совсем осведомлены в подобных вопросах, врач-акушер-гинеколог Кашхабльской районной больницы Мария Тхагундокова разъяснит вам все более подробно. При беременности в организме женщины происходит существенная гормональная перестройка. Начинается определенная выработка гормонов. При прерывании беременности баланс гормонов нарушается, что может приводить к серьезным заболеваниям. После аборта в матке образуется раневая поверхность, очень доступная в этот момент для микробов. Это может приводить к таким заболеваниям, как воспаление, эндометрит, развитие раковых заболеваний. Воспаление, в свою очередь, может приводить к образованию рубцов, что для женщин грозит бесплодием и выкидышами. Женщины, которые употребляют алкоголь, злоупотребляют курением во время беременности, принимают наркотические вещества, разрушают жизнь своего будущего ребенка. У пьющих женщин могут рождаться дети с серьезными отклонениями, такими как заячья губа, волчья пасть, умственная отсталость, нарушение слуха, различные неврологические расстройства. Даже незначительное употребление спиртных напитков оказывает пагубное влияние на организм ребенка. Если беременность запланирована, то идеальным вариантом является отказ от спиртных напитков обоими родителями до наступления беременности. Курение также ни к чему хорошему не приводит. Кровообращение плода кислородом уменьшается в этот период, что может приводить к врожденным порокам сердца и легких. У курящих женщин дети могут рождаться с весом на 200-300 грамм меньше, чем у нормальных. Из-за курения беременная женщина подвергает опасности не только своего ребенка, но и саму себя. Возникает риск выкидышей, кровотечений, преждевременное рождение ребенка. Нужно помнить, что пассивное курение не менее вредно, чем активное. Все наркотические вещества обладают побочными эффектами. Если женщина принимает во время беременности такие наркотические вещества, как кокаин, героин, курительные смеси, это приводит к более серьезным нарушениям, которые могут приводить к летальному исходу как во время беременности, так и после родов. Берегите себя и свое здоровье, чтобы в дальнейшем ничего не омрачало радость вашего материнства.